Киберспортсменам все завидуют, ведь у них есть все: награды, деньги и всемирная известность. Не жизнь, а мечта. Но вернемся в реальность. Это целые ночи без сна и отдыха, даже техника не выдерживает. Эй, ты почему не работаешь? Ну вот, еще минус одна. Новую мышку в студию. Так-то лучше. На чем я остановился? Только не спать. Нужно срочно разобраться с супербоссом. А у настоящих спортсменов четкий режим дня. Ночью надо мышцы восстанавливать, а не с монстрами сражаться. Роберт, подъем, пора на тренировку. Уже встаю, хватит трезвонить. Ох, только бы не опоздать, скорее одеваться. Спортзал, я иду к тебе. Упс. Но настоящего атлета так просто не вывести из строя. Зарядка, вот что сейчас нужно. Итану бы тоже не помешало бы размяться, но на настоящий спорт времени нет. А я куда это все пропало? Увы, босса придется оставить на потом, а сейчас отдыхать. Но для начала нужно переодеться. Может, заводные олени? О, нет. А если отдать предпочтение классике? Ну, точно нет. А если так? Свободная касса? Даже не уговаривайте. А вот любимая пижама – это уже что-то. И пусть весь мир подождет. Итану нужно набраться сил для киберподвигов. 3-4, закончили упражнение. Доброе утро, сынок. У меня для тебя маленький сюрприз. Вау, новые кроссовки для тренировок. Спасибо, мамочка. А теперь вперед на встречу мировым рекордам. О таком сыне мечтает каждая мама. Так, но в семье есть еще один спортсмен. Пора его будить. Итан, просыпайся. Итан, подъем! Да-да, я здесь уже встал, уже еду. Прыгаю в тачку, дамчим за секунду. Стоп, здесь что-то не так. Это не игра. Мама, ты меня звала? Дорогой, у меня для тебя сюрприз. Мама знает, чем порадовать сына. Никаких билетов в театр, мне и дома хорошо. Сынок, посмотри внимательнее. Вау, приглашение на кибертурнир! Еще на шаг ближе к мировой славе. Мамочка, спасибо. Надо готовиться к соревнованиям. Дело серьезное. Чем бы перекусить? Решено. Осваиваю кулинарное искусство. Берегитесь, продукты. Скоро вы станете едой. К бою готов. И начнем с витаминного сэндвича. Нарезаем и готово. Не зря Роберт так долго ходил на карате. Ауч, больно. Но спортсмена не остановит боль. Продолжаем. Больше, больше витаминов. Выглядит так аппетитно. Но вот на столе будто ураган прошелся. Ничего, мама уберет. Спортсмены не отвлекаются на пустяки. Кажется, чего-то не хватает. Ах да, апельсиновый фреш. Апельсинки, я уже иду к вам. Сильным рукам нож не нужен. Осталось нажать на кнопку. Эй, что не так? Может, сломалось? Ну же, включайся! О нет, фреш под угрозой, без электричества блендер не включится. Жаль, что Роберт об этом не узнает. Может, это неправильный цитрус? Ауч, мои глаза! Чемпионы не сдаются! Мне нужен сок! Вкусно! Будет знать, как со мной связываться! А теперь тренировка на меткость. И это прямое попадание. Так держать, Роберт. Здесь была схватка фруктовых ниндзя. Откуда такой бардак? И чем мне можно позавтракать? О, есть идея. Высокие технологии выручают. И сегодня в меню голографический бургер. Объедение. Сытно и совсем не калорийно. До вечера, братишка. Эй, постой, я тоже хочу, чтобы вкусно и не калорийно. Научи меня, а? Даже в школе у Итана все по последнему слову техники. Так, на горизонте чисто. Набираем надежный пароль и готово. Можно брать учебники. Итан, к чему такие сложности? Не поверишь, но люди придумали ключ. Смотри, элементарно. Но у Итана свои методы. Знания должны быть под надежной киберзащитой. Скорее уже урок начинается. И у Роберта никаких паролей, только грубая сила. Ауч! У нас тут спортивная травма. Но Роберт сильный, и он одолеет шкафчик. Так-так, гантели для литературы. Убираем и достаем гантели для математики. К уроку готов. И, конечно, мяч. Без него никуда. Он помогает сосредоточиться. Оф, чуть не опоздал. Физкульт, привет. Рюкзак пусть пока здесь полежит. Роберт, осторожнее, раскидался своими гантелями. Да ладно тебе, Итан, они совсем не тяжелые. От Роберта лучше держаться подальше. Реальный спорт очень опасен. Эй, ты куда? От меня что, пахнет? Зря Роберт так высоко поднимает руки. Но мистер Фокс уже нашел свою жертву. Давай, Роберт, не стесняйся. Теперь придется выходить к доске. А может, не надо? Ура, пронесло! Роберту придется сражаться с цифрами. Роберт, реши-ка нам этот пример. Но математика – это тебе не гантели поднимать. Почему же так сложно? Хорошо, что брат всегда приходит на выручку. Что ты там сказал, Итан? 7? Стоп! Нет, 4×4! 8, говоришь? Нет, нет, я ошибся!
Ситуация выходит из-под контроля. Роберт окончательно запутался в цифрах, а учитель в собственном шарфе. Роберт, ты меня задушишь! Сейчас же отпусти! Это никуда не годится! Я ставлю тебе двойку! Мистер Фокс, меня подставили! Все бесполезно. Тебе конец, Итан. Кажется, шутка провалилась. Да ладно тебе, подумаешь, двойка. С кем не бывает. Но сейчас лучше спрятаться. На физкультуре Роберт лучший ученик, восходящая звезда спорта, надежда всей школы. У Роберта даже есть собственная стена славы. О, Итан тоже здесь. Итан не стремится к спортивным высотам, он чемпион виртуального мира. Вставай, комнатный боец, пора начинать тренировку. Ну, если вы настаиваете. Держи скакалку, ты знаешь, что делать. А можно мне, мистер Джонсон? А как же я? О нет, все скакалки разобрали, но Итана не проведешь. А может, это подойдет? Ну давай, боец, за дело! Но у Итана сложные отношения с прыжками. Упс, извините, я не хотел. Доску почета уже не спасти. Стоп, тренировка! И это заслуженная двойка. Итану противопоказан спорт. И вход в спортзал теперь тоже под запретом. Вы это видели? Вот это умора! Женская раздевалка – отличная идея для пранка. И… Ой, не то. Причем здесь медведи? Попробуем еще разок. Опасность? Кирка сегодня подводит. Еще попытка. Мужская раздевалка. Упс, пора в укрытие. Отличная тренировка, мистер Джонсон. Ох, что же сейчас будет? Завалиться в женскую раздевалку? Братишка, да ты смельчак. Мама, всюду блестки и юбочки. Куда я вообще попал? Но мистер Джонсон всегда на страже порядка. Что за крики, бойцы? Отставить пранки! И завтра в школу с мамой. А сейчас вон с урока. Ох уж эти шутники. И что теперь делать с этой женской мужской раздевалкой? Это все ты виноват. Прекратите оба. Но последнее слово всегда за мамой. Мистер Белл, я вас внимательно слушаю. Ваши сыновья плохо себя ведут. Только представьте, вчера они чуть не задушили учителя. Вот так, представляете? Мистер Белл, я все понимаю. Мои мальчики иногда бывают такими шумными. Что ты улыбаешься? Это все из-за тебя. О, да. Да ладно, Роб. Было же весело. А теперь посмотрите, как учатся ваши сыновья. Одни двойки. Если мама берется за дело, ничего хорошего не жди. Вы доиграли. Мальчики, я конфискую все подарки. Верну только, когда исправите оценки. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. И уберитесь наконец-то в комнате. Кажется, братья крепко влипли. Мамочка, осторожнее. Чтобы исправить ситуацию, придется помириться. За дело, Итан. Мы справимся, братишка. Работы очень много. И начнем, пожалуй, с уборки. Стол геймера – это всегда полный хаос. Ничего, сейчас Итан совсем разберется. Вот бы еще клавиатуру почистить. Ой, мамочки, откуда здесь столько мусора? Кажется, там что-то поселилось. Что-то очень грязное. Никогда не угадаешь, что прячется в клавиатуре геймера. А у Роберта грандиозные цели. Сегодня он прокачивает не бицепсы, а мозги. Как дела, братишка? Давай-ка помогу, так будет удобнее. Поверь. Итан, спасибо. И правда, так гораздо понятнее. Тут все ясно. В одиночку Роберт не одолеет формулы и теоремы. Надо ему помочь. И с братом придется говорить на спортивном языке. Роберт, смотри. Берем две гантели по 2 килограмма. И вуаля, получаем 4 килограмма. Все просто. Правда? Действительно, математика уже не кажется такой запутанной. Еще немного, и брат станет великим математиком. А вот Итану пора поближе познакомиться со спортом. Давай, братишка, одолей этого босса. Поднажми. Враг не дремлет. Все бы хорошо. Но почему так болят ноги? Кажется, надо больше тренироваться. Теперь Итан знает. Спортсмены – настоящие герои. Решено. С этого дня зарядка каждое утро. Вот бы только доползти до монитора. Ура! Получилось! Но как играть с такой крепатурой? Придется поднапрячься. Соберись, Итан! Да слышу, я слышу! Чего растрещался? Ой, мамочки, как больно! До спортивных достижений Итану еще далеко, но начало уже неплохое. Итан, чего ты возишься? Мы опаздываем. Но для селфи всегда найдется минутка. Отлично вышло, правда? А теперь в школу. Мы еще им всем покажем. Миссис Росс знает, чем порадовать учеников. Сегодня на уроке опять тест. Время не ждет, приступайте, ребята! Физика еще хуже математики. Чего смотришь, списать не дам, даже не надейся. Ну и ладно, сам справлюсь. С чего бы начать? Что там Итан рассказывал про физику? Там было столько формул и цифр. Траектория полета объекта рассчитывается. О, да, Роберт поймал мысль. Кажется, дело идет в гору. Я это сделал! Я победитель! А теперь чемпионская пробежка. Ура! Берегись, физика! Ты не с тем связалась! Вот что бывает, когда на горизонте замаячила хорошая оценка. Упс. Извините, отвлекся. Больше не буду. Ну что, продолжаем? Осталось совсем немного.
Итан, ты не поверишь, я получил 5 за тест, а все благодаря тебе. А вот у Итана дела идут неважно, физкультуру он так и не победил, и времени исправить 2 уже нет. Братишка, без паники, смотри, что у меня есть, задаем там всем. Вот это да, приглашение на кибертурнир? Спасибо, Роберт. До начала турнира так мало времени, ты должен поспешить. На старт, внимание, марш. Извините, я не хотел, только бы не начали без меня. Мистер Джонсон, привет, скоро увидимся. А этот парень не промах, чемпионская скорость, молодец, боец. Уф, успел. Киберсоревнования — это серьезно. Мышка и клавиатура заждались своего чемпиона. Пора задать этим злым боссам. С такой группой поддержки нечего волноваться. Итан, только вперед! Эй, как вы здесь оказались быстрее меня? Итак, сосредоточились, пора начинать. Где вы прячетесь, монстры? Итан, пора побеждать! Как скажешь, братишка. Ну, держитесь! Итану нет равных. Неужели победа? О, да! Итан справился. Это была настоящая кибербитва. Побеждает сильнейший и лучшему киберспортсмену положена награда, почетный кубок. Вау, как много нулей! Мама, ты видела? Я миллионер! Аплодисменты победителю! Киберспорт — это так же почетно, как и настоящий спорт. А эта победа посвящается близким. Без вашей поддержки ничего бы не получилось.